Вот, началось. Так, ты говоришь. Ничего нам. Блин, нет, слышь, проблему-то ты этот запишешь. Этот, а жуткую броню-то мы не собрали. У меня жуткой брони, знаешь сколько? 4 штуки всего лишь. Ну, семь, Я тебе семь. дам, рассып. Ты мне не дал за этот, блин. Дай мне старую одежду нафиг. Ткачи, дашь мне старую одежду сейчас? Я хочу в старой одежде. Ну, спускаться, что ли, блин? Не, когда мы там внизу уже не дашь старой одежды, хорошо, я уже переоденусь. хорошо. Сейчас я беру дельтаплан. Тут костей, надо костей понабрать. Да, я кончик набираю. Все. Все, бежу. А тут и этот, сломя башку. Блин, вот надо, тут этот прикол этот. Всегда вот в этот прикол запрыгиваю. А было 3 дополнения, да, я помню? А, вон еще он, блин, аж прилепился. Так, мне надо научиться. Во. О, я поймал волну, ё-моё. Или ветер поймал. Я думаю, тут от ветра зависит. Хотя нет. Походу, волну поймал. Угол. Ё-моё, мне же станет холодно. Все, летим. Так. Ты где? Я вижу, что где ты. Я сказал, все, летим, я лечу. Я просто хочу увидеть по факту. Ты будешь делать, как я тебе сказал? Прыгивать туда, башкой вниз. Не, сначала ты туда, получается. Ты подожди меня. Чуть-чуть. Я на тебя лечу. Проверить. Так, все, давай. Я прям туда лечу нафиг. Не получилось. Ну, если что. Давай ты лети. Я тебя не вижу. Лети вниз. А что будет, если я врежу с тебя? Не врежу. Давай вниз лети. Прям этой. Я прям за тобой. Да, вот так вот, вот так вот. Вот. И в воду потом спрыгивать. Как спрыгивать? Да хрен там плаваю. Но у меня получилось. У него скорость начинается нулевая, я это сразу понял. Куда ты взлетел-то, ё-моё. А, знаешь, что я забыл? Давай как раз это сделаем. Тебе какую одежду? Старую. Старую какая. Я пилот-то выкинул, наверное. Серый. А, это камуфляж. Черный костюм. Не черный костюм, а старый костюм. А форму пилота я выкину, нафиг она не нужна. У нас все равно самолет летает. Вот я выкинул форму пилота. Давай, старый вот мне костюм. Это вон старый костюм? Это не старый костюм, это хренотень полная. Прикалываешься? О, смотри, хочешь, я тебе что покажу? Вот я выкинул. Посмотри вот это. Я понял, смотри. Видишь футболку с волком, видишь? Ну. Смотри. Так, вот это херня. Какая хуй разница? Вот, видишь, смотри, видишь, на мне тоже ага. Волк. И смотри, как у меня еще волк будет. Видишь, тоже волк, я понял. Вот и лошара. Вот он. И вот этот? Старый. Точно старый костюм? Наверное. Да, ты.
Да нихера, этот, блядь, черный костюм мне нахер не нужен. Но у меня другого нету. Блядь, ну ты что, тоже пробовал? На, бери его обратно, вот там в середине валяется. Хорошо. Ну ты вообще лошара, я хотел... Ладно, я буду, короче, супер волком. Я черным костюмом тут побо. Вот так вот. Что-то я этот... Че, будем их сжигать, эти дебилы? О, подожди, 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 не трогай его. Не трогай его. Блин, не получилось. Больше нет? Здесь черный костюм мне нужен. Я хотел старый костюм. Вот, забирай его, он тебе как раз таки нужен. Себе он нужен. Все, пошли. На этого сжигать не будем. Ну его. Этот самый. Че, я хочу убрать эту фигню. Я узнаю, как этот. Подожди пару секунд, я сейчас посмотрю. Пару сек. Полетели. Только надо сушничка сбить. А там же холодно будет. Нормально, пошли. Да мне такой сушняк. Холодно, но я потерплю. Ха-ха, но я потерплю. Холодно, но я потерплю. А я не хочу терпеть. Не, я не хочу, но я буду терпеть. Но мне не придется. Вот так. Холодно, но ничего. Сейчас спою, блин. Ля-ля-ля-ля. Там было дело, плавали мы, да? Этот? Да, вот он. Нет, в других местах утопленники были, а у него шоколадка, короче, была. Я у него шоколадку перевел. Так, какой тут глюка, глюканы еще? Ой, интересно. Я же не помню. О, а тут ничего за ачивку не дают, типа ачивка платим, что-то такое, ля-ля-ля, ясен-трясен. Не. А, ну понятно. И этот, ты не забудь, да? Что я тебя прошу? А я тебя что, прошу. Что, что? Ну, там этот. Того не трогать. Опа, рисуночек. Того не трогать, скажи еще раз. В лаборатории там этот, типа, говорил, что он этот. Но я сомневаюсь, что там анимации никакой нету. В лаборатории, конечно, там, когда будет этот... Переходы. Не мочить его. Ага. И этого рукастого в этом... Рукастого надо сначала поджарить, понял? Жарим, жарим. Это мне надо его поджарить, тебе не надо. Это мне надо сделать. Понимаешь? Что, тут кто-то есть, что ли? А, есть, да. А теперь он... О, он спит. Он лег спать, говорит. Он прилег поспать.
Но тут нифига нету. Какие страшные звуки. Не слышу, а мне в натуре было страшно. Вот у меня запись там слетела. Когда вот я побежал. Вот, и это был... Чё ты говоришь, когда там обновление идет? Со вторника на среду обновление, да, идёт? Угу. Вот, это был со вторника на среду. И тебя как бы выкинуло, но при этом же тебя не выкинуло, да? Там ничего нет? Ну, меня я выкинуло, но я это... Так, вот, вот тут... Но при этом а ты вроде же... Были. А, не-не-не. А, да я знаю, что я здесь был уже. Этот, как его? Мы оттуда кассету забирали? О, да. Слышь, понимаешь, что я еще забыл? Вот ты меня поторопил. Мне надо сначала показать все. То, что я собрал. Ладно, смотри, короче, когда кассету сейчас поднимем, тут есть... Вот она, пятая кассета. Это пятая кассета. Это пятая кассета. Или шестая, блин. Пятая, еще шестая должна быть. А шестая я не помню где. Тут спускаться, да, прыгать нельзя? Нет, тут нельзя прыгать. Я знаю, что у тебя есть. Что? Ты меня сбил с пантологии. Я буду потрядить как дурак. Давай мне свое это фото, которое я вот нашел, оно у тебя. Ты его взял, у меня украл. Давай мое фото. Шестое фото. Какое фото тебе дать? Шестое. Под номером. Шестое. Где она находится, я уже, грубо говоря, показал. Если покажу. Ну, там баг, что его там нету. Да. Что, в лаборатории будем тогда все смотреть? Братан, как хочешь. Я думаю, в лаборатории, где будет светло. И там как раз шестую запись. Мне надо посмотреть фотки и все записи. А ты что хотел? Это же все завершающий этап, хотя этого. Мы не знаем этого. Может, мы куда-то побежим вглубь земли. Там еще не придумывалось это путешествие к центру земли. Там, наверное, очень горячо по факту. Видишь, он горит, да, Кто из звуки этих придумал, ужасы? То ли ужасные. Ну вот, когда тебя выкинуло... попробуй меня. Куда ты убежал? Подожди, сейчас я его этим... Сейчас я его этим, бензопилой. Где он? Вон он убежал. Да? А, подожди, вот он на тебя прям налетает. Всё. Что ты хочешь меня ударить? Прям над плечом. Ух ты, я прям на него еще бегу. Он собака меня ударил. Мне было больно. Сейчас он меня получит. Ты их там всех мочишь, как я помню? Да всё. Уже все? Ну так неинтересно. Зато у меня супер. Но мы же не будем на них время тратить, верно? Как я понимаю. Тут ничего нету в этих коробках же, верно? Они... Есть. Динамит. Что там есть? Вот тут. Вот тут у меня. Где, ну где, ну это где ты? Фига, туда сюда пройти можно? Смотри, я нашел секретную пещерку. Но в ней можно, да от нее даже не спрячешься, ты проедешь, значит, это проедешь.
Видишь, как я ярко свечу? Да, вижу, там сзади этот динамит. А да мне он не нужен все равно, как и Раймсвир. Этот динамит нужен, знаешь? Когда? Для упора того какого-нибудь. Вот, когда черукасты, когда первый выйдет в лабораторию, ты его не трогай, сейчас я себе делал как раз пару стрел. Сейчас тут сохраняться будем. А я не понял, а тут что, еще специальные стрелы есть? А, прикинь, у меня специальные стрелы есть. Ты понял, да? А я их могу сделать огненными? Огненные это есть специальные еще. А, я не могу их сделать. Ну, потому что, наверное, у тебя много. Подожди, а что надо добавить? Куда я люблю, мне надо как-то молотого делать. Теперь молотовый тряпочку, по-моему. Опа. Все. А, нет, нет, нет. А именно те стрелы. Короче, они длинные такие, понял? А где они, эти длинные стрелы? Я не знаю, с арбалетами что-то? Нет. Не могу походу их делать. Они просто короче как. Короче, выбери лук современный. Выбрал? Ну, ну. Опусти его вниз и меняй. Огненная. Еще динамитная. Еще поменяй. И все? Современная, современная. А, ну вот, современная. А где современная в самом этом инвентаре? Колчине должны быть. Должны быть, такой ты простой. Все, пошли. Че, дай сохранить стоим. Колчане должны быть, я не нашел. Я не могу понять, где они. Они никак не обозначаются, просто стрелы. Да, ну ты когда меняешь, значит их у тебя просто нет. В смысле нету, как раз таки вот они у меня есть, но я не могу понять, где они в инвентаре. Вот так тебе будет проще понять. Колчане лежат. Колчане у меня огненные и половина ядовитых. Вот так вот тебе понятно будет. Не открывай дверь, не хочу я дверь открывать. Я понял, сейчас. О! Я нашел, блядь, ядовитые. Точнее. Ха-ха-ха-ха! Вообще прикол. А ну-ка. Стопы. Пипец, блин. Такой прикол, слышишь? Ой. То, что она у меня исчезла, бля. Она превратилась, короче, в это. Ладно, пофигу мне, хоть такие вот. Открывай. Она у меня превратилась в обычную огненную. Я ее нашел одну, бля. Мне, походу, она одна была. Сейчас у меня батарея закончилась. Вот, и мне вот это надо взять. Вот что это? Видишь, тут черный тоннель в конце тоннеля. Вот так вот сидел. Там ничего не нужно было? Не было никаких еще фоток? Ты не заметил? Не было. Открывай. Че ты за звук? Это ты камень кинул? Нет. Это ты издеваешься надо мной.
Все равно такой лагерь сожмешь. Фаланг, сними. Да ты меня так замызгал, что я уже... Давай здесь, кстати, здесь очень светло. Как раз перед крестами, вот покрасить как раз. Будешь смотреть со мной видосик? Я их видел. Смотри. Ты что, совсем что ли? Вот ураз. Пушку мы подняли. Фото два. Деревск. Ты чё так прислоняешься? Ты своей палкой не мешаешь. Чуть-чуть. Блин, палочка. Убери зажигалку, сейчас зажгёшь ты, блин, эту фотографию. Вот она. Забагованная. Она, я непонятно, где она. Не, я нашел, кстати, где она. Я уже как бы показывал. Но ее там нету, понял? Она версии 0.50 есть. Там какого-то этого я нашел. Давай фото. И восьмое в пещере показываю. Так. Ты какаху подложу. Ты стоишь рядом с двумя баллонами с кислородом. Я сейчас так давай. Вот выйду. Три. И чё, я... Братан. Давай. Надо у тебя броню снесёт. Да и пофиг. Не надо. А я не знал такую что. Там два баллона с кислородом. А их можно просто выстрелить? Один выстрел и труп. Да. Блин, я микрофон отпустил, но вообще слышно было. Я тебя хорошо. Я запутаюсь, как это было. Первое, второе, третье, четвертое. Ух ты, ёшки. А вот я увидел в действии. Сзади тебя два. Там кого-то дергает, слышишь, в камере. Блин, с одной стороны ужасно, с другой стороны, ну, короче, их перешагнул такой и там этот, ну ладно, не будем. А фу, ужас. Так, еще нужно шестая фото. Можем. А, тут больше ничего нет? Нету. А, тут рисунки.
Ты должен был их поднять. Я их и поднял. А, это какой-то прикол? Он, короче, меняется, понял? А как... как менять? Написано 8. Тут эта трава еще мешается. Я не знаю, короче, как их менять. Пусть все их и так видели. А это улучшенный камень. Я, знаешь, попробую улучшенным камнем и ударить их. Налево, мне надо налево. Какой-то бомжатину сделал. Это где она игралась, да? Ага. Супер-пупер робот. Ну, пойдем. Что, транжиры типа? Да, я транжиры там. Оп. Блин, ну это вообще нечестно. Угадай, что я получил. Я возьму еще шоколадку. Это было 3 покупки. Алкашечка. Монеточки. Он попил, я прям попил из-под крана, как я. Он дерзкий какой. Ну тут жрачка только. Микросхемы. Печатный код нельзя больше носить. Что за заметка добавлена? У меня душевное состояние. Ой, блин. Ну а что я могу поделать, да? Ничего. Знаешь что? А мы же все выполнили задание, да? Найти пропавших пассажиров самолета. Исследовать пещеру с карстовой воронкой. Исследовали. Да. А Настя, вот, кстати, хорошо, что я этот бегал и искал. Вот тогда вот этот. Я говорю, когда тебя выкинуло. Мне показывало, что ты, короче, в этой, в игре, я тебя видел на карте, ну, через это. Но в этом, через таб, ты у меня, конечно, не отображался. Я съем всё, я так проголодался, я уже стал жрать перья. Вот. И я тебе, короче, говорю, алё, ты мне, короче, ничего не отвечаешь, мне так что-то страшно стало. Там такие ещё звуки, там, знаешь, какой есть прикол? Там, ты знаешь, где же этот современный лук? Там как один опечар, и надо через воду проплыть. Там они сделали этот. Там все время какие-то звуки, такие, кого-то что-то сейчас обрушится, кого-то кто-то сейчас вылезет. И эти звуки, короче, постоянно, они так и сделали их вообще. Страховые негодяи. Напугали меня. Ты наверху или где-то? Ты уже убежал? Я дюпаю патроны. А где ты находишься? Ну, наверху. Я просто... Блин. Вроде наверх зашел, и ты не отображаешься. Почему? А почему? А, ты же присел, поэтому ты не отображаешься. Это так интересно придумали. Йоу. Йоу. А сколько у меня патронов? А у меня много их, вроде. Да мне хватит. Вот. Могу так сказать. Нифига себе, я что-то приземлился вообще. Журнальчик. Вот и я хочу. А, вот оно что еще. Журнальчик. По этим.
Это я все собрал. Это я поднимал, видимо. А вот оно где. Акцент артефакт. Другое. Вот тут все или не все, непонятно. Еще одна заметка раз. А, и все. Слышь, мы одну прощелкали заметку. Короче, один кусок, или он не отображается, или мы не нашли. У меня один пустой. И еще целый лист пустой, понял? Угу. А будет еще что-то или нет? Конечно. Конечно. Летал как футболист, блин, какой-то. Ну тогда. Где-то вот здесь еще должно быть. Вот тут где-то должна быть еще заметка. Где? Что-то ты слишком быстро вот не пришел. Где? Это будет. На полу, смотри, у меня больше не отображаться. Вот это тряпка. Тряпка. А нету тут что-то, блин, что ли? Нет, ну, пойдем. Я честно не знаю, но должна быть еще одна. Может, дальше в лаборатории я тут что-то путаю? Сейчас, подожди. Тут кружочек. Вот это какой-то рисунок непонятный. Это тряпка. Я ее поднял. Иди зажигай там своего орангутанга. Сейчас. Нет, тут рисунки только. Так, стопы. Может быть, вот тут где-то есть? Я смотрю. Так, все, сейчас я его подожгу в натуре, чтобы сигнализация сработала. Ой. Опа. Ему стало... Ой, ёшки, какой, не страшно. Он отведал свинца. Ему стало хорошо. На, возьми. Блин, фу, блин. Что это? Ужасная броня? Да? Но мне-то хотелось, знаешь как, чтобы у меня 10 на ней было одето и 10 в запасе, ё-моё. В итоге так не получилось нифига. Почему? А потому. Там закрыто. Вот тут открыто. Куда ты побежал, на? Блин, мне показалось, как тут у тебя маска надета. Маска красная надета. Ужас какой. А это не маска, это раскраска. Так, тут нету ничего. Как ты туда проник? Через вот эту комнату, верно? Ладно, хватит балаболить, надо. Тут все тряпки его. Какие отвратительные дурачки. А че они что-то в одной и той же позе? Это фейк, я знаю, это фейк. Тут что-то ужасное. Ничего тут щелкает. Надоели меня пугать. Не так страшно. Меня еще и дальше пугают. Опять тряпка, блин. Куча тряпок. А толку от этих тряпок? Вот тут я, по-моему, что-то было, да? На полу. Да, не на полу, а вот она посередине прям. Я сомневаюсь, что это будет отображаться. Вот здесь.
Это рисунки. Я сомневаюсь, что документы типа идет. Вот я сейчас посмотрю даже. Вот там будет кто-то, не трогай его. На карте. Вот. Заметки, да? Че в заметках? Раз. Нет, этого документа нет. А, рисунок добавился к этому. Сюда, хорошо. Конечно, рана пустая. Ну, пипец. А тут этот же, как его? Вот, а другой тебе вопрос. Супер, не закрыть. Еле же оставаться на этом острове. Вот он, слышал? Да, слышу, слышу. Здесь заметки есть. Вот. И вот, здесь, по-моему, вот тоже этот, есть. Вот это пойдет, наверное, заметки. Здесь нет ее? Меня да, просто да, не да. отображает. Вот это тут нет ничего. Вот это у меня пошло в заметки, наверное. Так, вот тут в принтере. Нет, там нет, вот в принтере. Подожди. Вот тут точно ничего нету? Вроде ни хера тут нет. Там сбоку, я помню, да, было. Ты просто стреляешь? Да, просто по вещам. Вот тут этот документ по-любому, да. Вот, не беги дальше, да, я теперь. Попить я что, не могу, что-то попить? А лучше кофейка, а то вода пропитана, наверное, 10 раз. Вот он где-то тут. Ты его убил, что ли? Не, вон он стоит. Где? Вот. А, значит, он был... А он был облокочен или он просто ходит с палкой? Просто ходит. Ты говоришь, что ты можешь прострелить через стену. Давай, простреляй. Сможешь прострелить? Не можешь. Могу, смотри. Татьяна была... Ой, извини. Почему я по тебе попал? Я же стрелял вниз. Простреливать. Или как ты смог его прострелить? Ты, наверное, прострелил его вот через вот так вот. А я промахнулся. Я же люблю промахнуться. Пипец. Да. О, вот сейчас ты по нему попал. Чё ты? Ой, блин. Я не хотел, но ты меня заставил. Я, типа, оправдываюсь, да? Да в смысле, он бы по-любому на меня бы напал. Уже неадекват. А у меня вопрос. А вот и неадекват. Как он вообще сюда попал? А? Там завален. Блин, что за сутки? Не могу понять. И где эти уроды маленькие? Тут я помню, какие-то документы были. Бутылки там были. А вот тут лекарства. А я не могу. А, не могу. О, дай лекарство, кстати. Вон там в углу.
Как стало темно. Я просто богаче. Не знаешь, сколько мани? Сколько у тебя мани? Давай проверимся, кто из нас богаче. 14 тысяч. Сколько? 14? Да. Нах ты негодяй, блин. А у меня 11. Это монет, да, сколько у тебя? Как, смотри, погоди, да, монет. А сколько у тебя долларов? Долларов? Не знаю, погоди, как мне пистолет, фонарик, поменять здесь? Там батарейку? Ты это разобрать опять? Нет, ты меняешь, да ничего не надо, беспокойся. Надо просто поменять на фонарике батарейку и все. Вот так они сделали. А ты тут начал создавать, блин, квадратное колесо. А у меня... О, у тебя нету фонарика? А, ну если у тебя нет фонарика, тогда это другой вопрос. Я, кстати, не знаю, если фонарика у тебя нет, как сделать так? Да никак, да. Бегать с приклеенным, с пустым фонариком. Это вот так. Ой. А он на пистолете не меняется. В смысле не меняется? Почему у меня меняется, а у тебя нет? Ты что, совсем что? Вот видишь, он у меня светит. Не, слышал, он у меня не светит. В натуре, слышишь, у меня не светит он. А ну-ка, что за прикол? Вот, теперь светит. Убери его опять. Подбери. Точнее, убери его опять и выбери. Пошли. Сейчас, посек. Иди, что ты встал? Иди сюда, здесь кассета, все дела, кассета, плохой папа, ошибка. Здесь бумажка. Плохой папа, ошибки уже нет. Красный, красный. Плохой папа. Да, иди за дверь. А что у меня ноги такое? Кассету я поднял, а я знаю, что здесь есть этот. Вот он такой. Да. Хорошо. Мне надо посмотреть картину. Фиг там плавал. Давай уже вытаскивай этого, братан, или я его вытащу. Не-не-не-не, все. Нужно как-то еще один такой, вон, только один. Нет, его чуть-чуть. Вот ты долгий, а. Я кассету мне еще надо, не кассету. Вот это и закрой обратно.
Папалурис, удачи. Чего ты говоришь? Папалурис, сунок. А откуда он появился? Блин, я не на покупал через кодек, ну да ладно, вообще будет. Мне трясует, мне ничего не дает. А, ну дает. Ну, я одну заметку так и не нашел. Понимаешь, что там делаешь? Ни одну заметку надо найти только. Там взрывается. Да я кассету посмотрю одну. Смотри. Ну что, зайдем этот кусок еще? Как ты думаешь? Какой кусок? Тут во тьме ночной при свете. Там еда халявная. Да. Все, кино закончено. Где? Это Миша до этого? Этого покушать? Я шоколад их забыл понакупать. Ну нет. Фу, фу, ужасно. Вот она, вот она. Ой, да не то я опять покупаю, блин. Как я люблю шоколад, оказывается. 12 достаточно. Че, их сжаривать не будем? Где там этот? Блин, походу мы не, я не найду этот. Ну посмотри, вот ты забаговался. Заметку, заметка. Не, заметка по-любому где-то есть. Мы, я ее или пропустил, мы ее пропустили. Я милочный чувак. По центикам. Ты просто спешишь же куда-то. Послушай, мы еще бегать будем столько, что мама не горюет. А вот, заметку... о, вопрос. Так, мне вот. Было, я так и не рассказал, мне было страшно. А, вот тут есть какая-то лачуга. Тут, кстати, много микросхем. И таблеток. И тряпок. Тебе нужны микросхемы? И таблетки не нужны. А мне пожрать хочется. Ну чё? Погнали? А где кулер? Да, этим самым. Дальше будет. Трупом. Дальше это если... Да, когда будем выходить. А, получается, её нельзя получить, если проходишь игру этот. Нормально, если проходишь игру. Ты получишь, когда будешь выходить. Братан, пошли, я тут опять уже жрать хочу. Блять, если бы я знал ее. Ладно, пофиг. Здесь тоже. А, стой, стой, стой. Вот тут рисунок. Собери вот тут. Где рисунок? Ты говоришь, я стою здесь. Там да нет я рисунка. Понял, понял, где. Я ищу ту заметку на эти рисунки, по сути, на их. Не, ну если он сейчас отобразится там, но я сомневаюсь. Ты знаешь, что здесь пройти можно? Да, сквозно. Да. Бля, где прощёлка, сука? В
Где я мог прощелкать? Не можешь сказать? Дэдди. Дядь, надо кушать. Да, надо кушать, я не спорю. Я захавал мяска. А, вот он. Значит, все. Если только еще не будет рисунок. Так, а, тут только спать можно, слышь? Да. Вот это прикол. Пошли. Мне страшно. Мне страшно. Слушай, знаешь, о чем я думал? А тут же нельзя сделать так, чтобы на тебе была, короче, ну, брони вообще не было, только броня на башке была. Так тяжело сделать, да? Ну, или да. Можно, в принципе. Или нельзя? Сори, да. Лучше не надо. Пошли! Верню спрашивать. Давай уже, ну я тебя уже бегу. Сам пристрелю. Я тебя пристрелю. Я тебя... Че ты так топаешь, блин, я спугнешь. Я попал. Ко мне прыгать. О, она. Кидай мне бомбы. Блин, я пока выключу. Она меня завалит. Собака такая, блин. Ты промахнулся. Блин, ебать, она прям на меня побежала. Мне кажется, надо это чуть-чуть убежать, чтобы сделать бомбу. Иди пытайся. Отвлекай ее пока. Я пока делаю бомбу. Часы. Все, что ли? Как это было банально. Ты ее в клочья располосовал, я пока это делал бомбу. Блин.
и, блин, вообще. Это хотел не копьем, ну ладно, где она? Лежит, там она лежит. Ну что, на раз, два, три. Тихо, а тебе это нужно, этой фигней заниматься? Да, я хочу похоронить тебя. Давай, раз, два. Нет, слышь, три. А мы сейчас идем просто проходить по стандарту. Ты че? Ну, в смысле, по стандарту это как? Мы это улетаем? Что? Да, 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 да. А, тогда пошли. Если мы улетаем. Да, только и мне ее надо просто взять и все. Мы не остаемся. Нет. То, что ты рассказывал, нет, что вы тут нафиг восьмером с ней бегали, вообще, и чего в головах, я не могу понять. Зачем вам 8 штук нужно было? Ну, мы 8 гробов сделали, мы типа похоронили. Вообще идиоты. Блин, почему здесь не делать хранить вообще? Годяки. Слушай, а там никакого бумажки не должно было быть? Будет еще какой-то рисунок? Какой рисунок тебе взять? Вот посмотри у себя в заметках, там у тебя в последних заметках там обелиск и рисунок вот этого Дэдди. Там еще должен быть рисунок, как я понял. Его нет. Да нет там... У тебя его нету. А он должен по-любому быть. А там не может быть никакого рисунка? Нет, там уже все. Подожди. Подожди, вот я ее кину пока. Пару сек кину. Надо потом уже к этому возвращаться. Не получится, я надеюсь. Не, я думаю, там в дальнейшем, там, когда тебе дадут рисунок. Ну ты понял, ты посмотрел заметки где-то? Да. Ну, ты понял, что еще должен быть рисунок? У меня есть, я не знаю, почему у тебя нет. В смысле, у тебя есть Дэдди, да? Да. И под ним, ты видишь, небольшой пустой этот... Под ним фотка обелиска. Не под ним фотка обелиска. Под ним. А, ты не понял, что я... Короче, щелкай дальше туда, дальше. Перед этими, которые добавили крайне... Перед строениями, типа там эту построить, как его, горку построить вот этот летающий кардиган, этот, на котором мы летаем. Правильно. Перед ним есть этот рисунок обелиска такой. После этого рисунка обелиска идет наполовину страницы рисунок Дэдди, написано Дэдди. И под ним еще полстраницы получается пуст. Левитация, конечно. Так. Ты не нашел, что ли? Ты задолбал. На. Где заметки? Я тебе в Steam отправил ссылку. Скриншота. Подожди. Ну по-читерски я что-то сделал. Да, я не знаю, надоел. Я ее подбирал в другом, я помню, месте. По крайней мере, я, естественно, не забуду никогда бы свою головушку, блядь. А где-то она, блядь, была, эта херня тупая, собака.
вроде все. Как мне тут напрягать этот бред, честно говоря. Ну и пофигу. Не хотите, как хотите, что я могу сказать. Верно? Да. Да чё, да, я... Я жду. Ждешь спрыгивания? Я здесь. Ну я буду тихонечко спускаться вот так. Оп. О, я сейчас правильно спустился. Тихо и спокойно. Ну естественно. Ну я почти тихо и спокойно. Я пошел, поплыли. А, я знаю, походу, где я не подобрал ее. Она у меня в натуре баганулась, походу. Там, где был вход, после того, как мы первый раз сплавали, понял? Блин, да я даже не прислонился, ё-моё, к этой воде, ё. Вообще идиотизм. Честное слово. Как там? Когда все против тебя, ё? Что мне нравится, я в краске плаваю. Не, ну логично, краска-то не будет смываться. Типа ты мне предлагаешь камушки ставить, да? Я же люблю с камнями ходить, дурак. Вот ты говорил, нужен этот. Ну, там я плаву уже когда-то. Что-то на карте показано, что я вообще где-то не там. Че ты меня, мама? Вот сейчас будет, ё-моё, всё. Ты меня с пантологии сбил. Кулеры сейчас будут же здесь. Я знаю. Ну а че ты мне говоришь тогда, что они будут только на той территории, где этот. Если мы уже побежали вот по себе. Это ужасно. А? Все так ужасно. Там справа же, да? Че, отдыхаешь, да? Не справа их. Устал, да? Следующий. А может тут каким-то
образом есть документ. Блин, на каждом сиденье по этому, по голове почти. Не, да я по-любому помню точно, что он был там, этот рисунок супер. Точнее, супер фото его. А тут просто ужасная фигня вся. Фу, блин. Ты где? А я бегаю. Здесь сейчас уже все почти. А ты расслабься. Этот. Не понял. Тут что, типа, по 30 заходов в одно место? Вот тут она. Угу. Вот она, ужасная голова. Я не очень хочу пить. Все. Это что за зря, что неадекват? Ё-моё, фу, блин. А, ну ты поднимаешь настроение, да. Хождиамай, тебе нравится? Хождиамай. Фу, туга. Я бегу. Сигнально. Зачем сигнально эти? Ну ладно, это просто по игре так. Все правильно. Пока. Ты приложил, да? И ты приложил что-то. Нет. У меня вроде появилось. Ты как это чуть-чуть аутист этой карты. А зачем мне палка? Просто палка. Ладно. Типа это моя бейсбольная бита. Эх. Не нашел я эту заметку. Почти не зашел. Вот тут, может быть, тоже что-то есть, хрен его знает. Кто его знает, да? Ух, какое страшное задание-то. Ты слышал звук? Мне вот непонятно, с какой там стороны. Что-то они какой-то ерунду занимают. А, вот эта сторона мне понятна. Типа это вроде гора, а вроде не гора. Фиг пойми, что это. Ждать тебе меня, если ты хочешь ждать. Переходишь, то возвращаемся. И потом как хочешь.
My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. У меня пока чёрный экран, да, я представляю. Тимми, ты что? Тимми, перебыл в матрице слишком долго. Да. Глюкан, смотри, как его... Как его перехлобучивает. Какой жёсткий стопором. Это ты, Нигер. Да сам ты. Пацан, хватит, ты это хватишь. Ё-моё, ну, вся матрица не сделана. Он сказал, ой. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Right, right. Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. Oh, Timmy, I have a problem. Предприниматель. Ты у нас предприниматель, видишь? Неправильно взял топор. Неправильно. I got my ass. Завалил. Пускал мой ас? Here we go. Завалил этот самолет целый, блин. Самый какой-то, с одной стороны, отвратительный момент. Ну, пацан и нет пацана. Да он просто у него матрица, у него... Не дозагрузился. Ну, у него этот... Глюки просто там возникли. Сбой. Надо обновление сделать. Да. The Forest. В лес. Или леса. Не, лес. Леса был бы форест. Ну ты, кстати, уже ошибку не получишь. Ты же ее уже получал. Это я знаю. Ну, за платину тут ничего не показывает. Платину сейчас. От матрицы. Я начал пухать ее. Теперь я стал один. Я начал пухать ее от матрицы хоть. Отвязался. Все нормально. Еще титры ждать, они не выключаются. А получается, у нас сохранение, где палатка, да? Ой, палатка. Ну, палатка, да, в пещере, да? Хочешь сейчас заново залезть в пещеру, пройти, убить? Я чуть-чуть тебя не слышу. Короче, если ты будешь мне ждать, там сейчас решим. Если нет, то тоже потом. Просто так или иначе, чтобы нам уже... Ну, ты понял, что делать. Дальше надо опять сейчас пройти. Офигеть. Что такое? Давай в следующий раз пройдем. А, уже здесь минус второго. Даже не прочувствую. Давай в следующий раз.